11 объектов на почти 5 миллиардов рублей. Администрация Сургута намерена утвердить в Думе перечень объектов, на которые в следующем году планируют заключить концессионные соглашения. Реестр есть в распоряжении нашего телеканала. В списке 6 спортивных залов, 3 с универсальным игровым покрытием, 2 ледовых корта и дворец боевых искусств. Их суммарная стоимость превышает 1,5 миллиарда рублей. За 102 миллиона рассчитывают реконструировать Дом пионеров. В 620 миллионов рублей может обойтись возведение школы искусств в 25-м микрорайоне Сургута. Также запланировано создание общеобразовательного учреждения на 900 учеников в 16-м А микрорайоне на месте бывшей 33-й школы. Еще одно учебное заведение на уже 1500 мест планируют построить в 24-м микрорайоне. Однако для него пока не выделен земельный участок и нет оценки требуемых инвестиций. Предварительно обсудят инициативу мэрии во вторник на заседании профильного комитета городского парламента.